Сегодняшний выпуск программы посвящен, как вы видите на экране, некому особому состоянию белковой материи. Это состояние не безобидно. Вот что главное. Было сообщение в каком-то из американских штатов о смерти человека. Он 2 года болел, правда, 2 года это тянулось. Он болел болезнью Кройцфельда якобы. Рак, интересно, он может быть как причиной амилоидоза, так и следствием. Чем чаще амилоид фрагментируется, тем выше его инфекционность. На самом деле только 7 амилоидов относится к центральной нервной системе. Существует барьер между кровью и мозгом. Гематоэнцефалический, да. И просто лекарство не проникает туда, куда нужно, то есть в мозг. Альцгеймер ждет каждого.